Это Аделаида из Марины! Тут повсюду сектанты! Не знаю, сколько еще мы сможем продержаться! Я могла оторвать ваши тупые бошки и затолкать прямо в ваши жирные жопы! Бешеный бёв! Спасибо за помощь Марине. Есть одно дело, это если славно. Хочешь попытать свои силы. Аделаида, конечно, еще та бестия, но ее запала хватит, чтобы уничтожить всю секту. Такие люди на вес золота. Узнай, не нужна ли ей помощь? Это моя Марина, это мой малыш Ксандер, и это мой вертолет Тюльпан, и я его не отдам! Аделаида Драбман, рада познакомиться. Спасибо, что помог мне вернуть Марину, но у меня случилась беда. Сектанты украли мой тюльпан. Это самый проворный вертолет во всей Монтане. И я не позволю этим святохренам украсть его у меня. Я честно получила его при разделе имущества. Этот ходячий импотент покрасил его в уродский майонезный цвет. Поэтому, чтобы найти его, тебе придется опознать пилота. Это будет просто. Все остальные вертолеты водят женщины. Мы вместе раньше летали по выходным, но после того, как эти метелки вступили в секту, я знать их не хочу. Так что если ты случайно собьешь предательниц, ничего страшного. Что скажешь, детка? Поможешь, и мы с Тюльпаном будем помогать тебе. Я слыхал, ты освободил тюрьму. Как держать? Правильно. Я не только горячая штучка, я еще и вертолеты могу чинить. Thank you.
Эти грешники думали, что смогут сбежать, но нет. Увидишь этого ублюдка, подожди, пока сядет. Потом оторви сучонку член и верни тюльпанчик домой. И не порань мой вертолетик. Thank you.
закончишь, сразу же тащи сюда мой тюльпан. Если возникнут неприятности, имей в виду, что тюльпан оснащен орудиями. Эти крошки страшнее, чем бык в брачный период. Чтоб мне провалиться. Ты не только подоспел к самому празднику, но еще и тюльпан вернул. Так, я человек слова. Нужен пилот, который отстрелит суслику хрен с высоты 15 метров? Обращайся. Вызывай, когда хочешь. Только не на закате. В это время Ксандер занимается йогой. Дивное зрелище. Ах, это задница, когда он стоит в позе собаки мордой вниз. В общем, спасибо, пупсик. За мной должок. Привет, Ксандер. Наконец-то отбили у них Марину. Блажь, чувак. Эта хрень вредит окружающей среде. Ты только посмотри, что творят! Разливают повсюду блажь! ЭДМщики перевозят эту отраву по всему округу. Эта хрень попадает в реку и заражает ее. Видишь зеленые контейнеры? В них полно блажи. Их везут в какое-то важное место. В общем, так, шаг первый. У эдемщиков есть ноут, который поможет отследить контейнеры. Найдем их и подорвем! Бабах! И вот так я теперь живу.
обзор получше. Наконец-то зашевелились! Меня сто пудов заметили! Позицию получше. Сигнал. Можно отследить лодки, но сначала тебе надо подняться в воздух. У заправки стоит вертолет. Проследишь за ними с высоты птичьего полета. Можно было лучше. Нужно было. Иду туда. Меняю позицию, сладкий. Веселье. Меняю позицию, сладкий. Thank you.
хочешь навредить другому, ты вредишь только себе. Недолго и снова начать курить. Трогай, душечка. Тебя видеть, помощник. Что ты знаешь о блаже? У нас есть важное дело. Остановить Веру. Она забрала у меня все. Мою работу, мой брак, моего сына. Все из-за блажи. Ты один из нас. Ты Пума. Мы помогаем друг другу. И мне нужна твоя помощь. Знаешь, где вода честная станция? Сектанты сливают туда эту дрянь. Представляешь? Льют блажь в питьевую воду. Они просто чудовища. Ну, пришла пора ей за все ответить. Скажу прямо, надо этому положить конец. Что думаешь? Когда сектанты взбесились, я запаслась кокосовым маслом. Отличная смазка. И готовить на нем тоже можно.
поджидает. Ты остановишь воду, а я остановлю плащ. Ждет тебя. Ты не понимаешь, что мы хотим создать? Или тебе все равно? Я наблюдаю за тобой, а ты убиваешь тех, кто не желает тебе зла. Они все здесь по своей воле. Знаю, у тебя есть сомнения. Но финал может быть только таким. Тебе никак его не изменить. Твоими друзьями движет страх, ничего больше. Им не понять. А он понял. Он покажет. А, салага. Ну же,
Все хорошо. Я знаю, ты хочешь увести меня. Ничего. Она тоже знает. Все это знают. И ты думаешь, что прав. Думаешь, меня нужно спасать. Но... нет. Я не хочу назад. Совсем. А ты... ты никогда не думал о том, чего ты добился в жизни? О том, что ты смог сделать? А? Нам говорят, мы можем быть кем захотим. Музыкантами, спортсменами, актерами. Все мы добьемся успеха, салага. Но нет. Это неправда. Мы живем обыденной жизнью. Мы делаем то, что говорят нам другие. Изо дня в день. Все думают, что у них есть свобода выбора. Но, черт, мы ведь постоянно выполняем чьи-то инструкции, приказы. Такие дела. У нас нет своей жизни. Только их жизнь. И мы думаем, что свободны в выборе. Но это ложь. Иллюзия. Боже ты мой. Все, теперь с этим покончено. Я устал постоянно соглашаться. Я устал быть мальчиком на побегушках. И мне осточертело быть мусорщиком. Как же я устал. Понимаешь, если это наша жизнь, тогда в чем же смысл? Здесь у меня появился шанс обрести то, на что я уже и не мог надеяться. Счастье. Понимаешь, разве это не единственное, что действительно важно? Счастье. Не верь Блаже. Доберись до маршала. Поторопись, не дай маршалу пройти через ворота. Выведи маршала, его нужно спасти. Оставь его! Оставь его! Ты молодец. Боже, Трэйси, тащи сюда шприц! Спокойно, спокойно, да, тихо. Смотри на меня, спокойно. Нет, не надо, нет, не трогайте. Да, бога ради, хватит, слышишь? Ладно, ладно, не будем нервничать. Нет, не надо, нет, уберите. От Блажи так просто не избавиться. Я смогу, смогу, шериф. Ладно. Прошу. Ладно. Я не свихнулся. Ладно. Не подходите. Ладно, ты приляг. Назад. Мы сюда притащили. Трейси. Иди ты, Трейси. Херовая была идея. Я же вам сразу сказала.
Вы не знаете, как она потрошит мозг. Не верь ему. Я поговорю с ней. Не ожидала, что мы протянем так долго. Я закончу, они тут же сбегутся. Мне всегда везет.